Всем здорово, народ! С вами снова Без Сахара, и это гайд по игре Tower of Fantasy, а точнее по сундукам в данжах игры Tower of Fantasy. Как вы видите, сегодня апнулся кап 67-й. Открылся D03, естественно, сразу же. И погнали собирать сундуки. Значит, 6 сундуков, очень легкий данж, один босс-дракон, который при ГСе примерном хотя бы к 45 тысячам, ну 40-45, скажем, вы его легко убьете. Плюс, если у вас есть дальнобойное оружие, какой-то там лук, пистолеты, допустим, у меня вот пистолеты, это будет очень просто. Поехали, значит. Сундуки идут подряд. По сложностям снизу вверх, в принципе, все понятно. Первый и второй сундук — это изи. Два изи сундука. Ничего сложного в этом нет. Первый собрали, второй собрали. Идем дальше, поднимаемся. Хардовый я сначала не увидел, но его видно вон, в принципе, отсюда. Второй и третий — это нормал сундуки. Тоже их видно, они лежат сразу же здесь, возле босса. Первый собрали нормал, и второй нормал также собрали. Третий, четвертый, ну четвертый придется поискать немного. Кто уже прошел, нашел, молодец. Кто не нашел, сейчас покажу. Один видно, вот он, первый хард. Под статуей за боссом. Второй находится с обратной стороны, в принципе, логично, да, потому что предыдущие сундуки всегда были один слева, другой справа, и эти тоже самые, один слева, другой справа. Просто он за лозой, вот за этой, за корнями дерева. Данж очень простой, очень быстрый, наверное, даже быстрее будет, чем данж с обиком или... Ну да, данж с обиком. Быстрее данжа даже с обиком, скорее всего. Или один из быстрейших, вот. Все, 6 сундуков, ничего сложного абсолютно нет, очень быстро, очень просто. Всем, кто смотрел, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, следите за Тровой и за Ютубом, потому что ролики по разным играм у меня выходят. Чтобы не потерять, подписывайтесь и будьте в курсе, поставив колокольчик. А с вами был Без Сахара, увидимся в следующем видео.